Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки друга Сондера, АК. Всем привет! Сколько ты тренировался, это говорить? Лиса парк! О нет, я попал к лисам до того, как они меня поймали. Это ловушка 100% хватит. Ладно. Лисо парк! Веди голову лис. И это кнопки. А что мне делать? Тут освещение включает. Вот это кнопка освещения. Так, мне кажется, это тот парк, который, когда я ехал на поезде с Беляшом, ты его удалил. А, смотри, сразу убрал его. Передо мной, я подумал, что ты не хочешь мне показывать. Я перезагружал, потому что там строил механизм. Так, я нажал на две кнопки и что-то. Ночь надо одна включать. Одна включает свет, а другая ничего не делает. Просто чтобы было красиво. Ладно, я включил ночь. Дай. Давай начнем. Можно брать. Вот есть детская площадка, есть качелька, горка. А это я не понял. Тут как бы дорога чуть-чуть не так. Я строил просто изначально в другой команде. Ну ладно, давай. Так, куда пойдем? Давай на самое скучное. Есть, кататься можно? Нет, нельзя, ладно. Чай, все отфиксируем. А, можно что ли кататься? Делаю ему. Нет, за стучиком понятно, я думал по-другому как-то. А, сейчас будем катать этого злого. Можно только на качельках. О, ладно, на качельках можно. Оп, оп, оп. Мне сейчас качать. Что-то еще есть? Крутится? Угу, да. Ну, обычная детская площадка для очень маленьких людей. Ой. Ой. Ой, тут турники летающие, ладно. Тут вообще еще можно лавочки пинать пушками. Ну, раньше можно было, сейчас не знаю, лучше не пинать. А что турники-то такие, Катя? Я их забыл закрепить. Оу, давайте тут. Идем ты все. Ну, надо было один раз нажать, надо только один раз нажать. Нажимаем один раз, и мы поднимаемся наверх. Что сейчас будет? Сейчас увидишь. Нет, я не знаю, что реально будет, я тут ни разу не был. И, ой, сильный. Он одноразовый, потому что он нам. А, одноразовая штука, чтобы запускаться в тренировка к падениям. О, дерево красиво. Так, о, фейерверк. Они я строил, чтобы эту площадь заполнить. Чего не было, как фейерверк. Поочередно. Ну ладно, это все было какое-то развлечение такое слабенькое. А теперь супер интересно. Вот это! Я на этом хотел кататься. Это что такое? Это как, типа, как бывает? Как поезд, что ли, не знаю. Оно едет по одной дороге. Прикольно. Ну, там тяжелее, я решил с одной сделать. Ой-ой-ой. Как первый экзамен сделать, то будет трясти камеру. Потому что тут стыки. Ну, тут так камеру трясет. Так хоть. Ну, просто тут стыки такие. Блин, прикольный антистресс. Ну, я такую штуку ни разу не видел. Сейчас остановлюсь. Пусть оно будет путешествовать. А, ладно, остановилось само. Куда идем? Ой, эти лисы точно нас хотят съесть. Всё, это он здесь, я запущу. Может, не надо? Ну, если хочешь, можно садиться. Давай. Не-не-не, я буду кататься. Давай, 3, 2, 1, погнали. Ой. Что так высоко? Страшно не будет. Сейчас будет раскручивать. Поднялось-то. А, и вот мы качаемся как-то. Постепенно так вот раскручивается. А чё? А мы ещё вот раздвигаемся, типа. Да-да-да. Стой, подожди. Постепенно. Где это колесо, можешь сказать? Я сейчас хочу устроить... Сейчас сделаю. Апокалипсис для этих лис. Подожди. Я сделаю. Сейчас, погодь. Сондер, находись там, пожалуйста. Давай. Сначала отключить. Отключай и заново включай. Стой, подожди, жди, я туда залезу, я хочу в апокалипсис. Да, Сяня, Сондер, пошли, не боись. Кто не трус, пойдет сюда. Кто трус, со мной не пойдет. Вот это лиса, боится всего. Идем. Ой, а что это? Сондер, запусти. Сондер, давай. Я лучше тут побуду. Ладно, поехали. Ладно, сейчас запущу. Он боится. Погнали. Ой, блин. Это плохо очень. Мы превратились, как сказать. Так, как это называется? Сейчас. Надо в желтый перекрасить. Это макароны. Макароны, я и говорю. Это куча макарон получилось. Ой, я траву испортил. Как сделать макароны за 5 секунд с лисами? Тут есть карусель. О, еще одна. Опять с лисами. А тут просто мне было лень делать конюшек, я решил сделать. Почему везде? А что я смотрю вперед? Ладно. Погнали. Угу. Как ехать? Так, смотри, сейчас я нажал и Сондер нажал. Погнали. Так, а что у нас крутится-то? Ну вот мы крутимся, и также мы еще опускаемся, поднимаем. Мы медленно как-то. Сложно ускорить колесо снизу, невидимое. Не, стой, заново включи что-то. Сейчас сломалось. О, вот так будет побыстрее. Я скорость поставил на 50, а теперь мы гоняем как надо прям. А что оно так вращается, как-то поворачивается? Прикольно. Вот. Крутится. Ну я понял. А, я типа быстрее не сделал. Я только наклон быстрее сделал. Ну прикольно они вот так типа бегут куда-то. Ничего островой нету. Не понял. Не, ну вон они как перемещаются очень круто. Как будто реально бегают. Что тут еще? О, Зэк, привет. Да. Тут чил зона, хотя тут не чил. Чил...
сверху там. А, и последнее это... Ой, я не хочу. Ладно, не кушай меня. Погнали. Куда нажимать? Погнали, погнали, погнали. Вот, все, поехала. Она так медленно едет, как надо. Медленно? Можно ускорить, там два колеса сверху. Подожди, подожди, это моя работа. Давай, нажимай заново. Она уже ускорилась и так. Она не должна... О, нормально. Я ускорил немножко, немножко, чтобы хорошо было. Ладно, я вылезаю оттуда, Сондер один катайся. Он очень быстрый, тут все вот эти камеры переворачиваются и крутятся. Это настоящий аттракцион. Но это были все аттракционы, которые есть здесь. Теперь квест, давай покажу. Давай квест про пустыню. Это, не понял, какие амогусы. И поэтому тут написано, вот смотри, стать амогусом. Если руки типа убрать человечку, то не сможет использовать инструмент. То есть не сможет нарушить правила. А, я понял. Типа, так не вот... хочешь правила соблюдать, останешься без руки. Да, амогусом станешь.